Політика ЮА продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про злочини проти неповнолітніх. Гостем нашого ефіру є відомий український правозахисник Едуард Багіров. Пане Едуарде, вітаю вас у нашому ефірі. Країну захлинула хвиля злочинів проти неповнолітніх дітей. За останній рік лише зафіксовано 160 зґвалтувань педофілами, власне, дітей. Це статистика на сьогоднішній день, нагнітання ситуації, от, власне, як? Это позор общества. Это ужасная статистика. Это говорит о том, что мы уже начинаем деградировать. Мы это социум, общество. Мы взрослые, которые не только имеют детей своих, да, и любят, но и те, которые сохраняем традиции. Да, мы передаем эти традиции. Те же самые законы мы передаем нашим детям от родителей, от дедушек и бабушек. Да, последовательность должно сохраниться, но сейчас то, что происходит, это говорит о том, что мы, во-первых, не утаиваем такие плохие новости, да, то есть мы об этом, вот сейчас мы обсуждаем, ну, скорее всего, оно відбувалося и раньше. Оно и раньше было, и раньше было. Просто зараз больше говорить про це. Правильно. И вот педофилы, которые мы сегодня обсуждаем, ругаем, да, уже более 60% этих педофилов когда-то в свое время в детстве, да, их насиловали. Над ними издевались, и они, проходя через определенный период своей взрослой жизни, да, они потом это все выплескивают свою ненависть, злобу на детей, и, соответственно, таким образом как бы компенсируют, как говорят психологи, которые работали с педофилами. Так? Вот. И сегодняшние дети, которые стали объектами нападений, да, сексуальных издевательств, и самое главное, мы говорим тогда, когда мы узнаем там, по сообщению полиции, да, там, когда задержали, там, идут расследования, там, какие-то судебные процессы. И причем практически майже щодня мы узнаем, да, какую-то страшную новую историю. Но мы узнаем одну информацию, а пропускаем 99, то есть одно случай, да, из 100 мы узнаем о том, что случилось. По разным причинам. Родители сами не хотят об этом сообщать, дети не хотят сообщать, то есть там оплачивают там за то, чтобы умолчали там родственники, родные. То есть вариантов десятки, да, и мы об этом не узнаем. Но факт есть факт. Ежедневно в отношении детей совершаются сотни преступлений, да, сексуального характера. Это отдельная категория. И вот эти дети, которые сегодня пострадали, в будущем, это потенциальные педофилы. Это потенциальные люди, которые будут это все выплескивать наружу, да, и пострадают другие дети. Потому что тобто, в свое время... Сути, они стают хворыми уже с того момента, когда их сгвалтували. Абсолютно правильно. Не только разово. Это бывает, что и часто происходит, да, постоянно, долгий период времени. И эти дети сегодня, понимая, что взрослые не защитили их, когда сами становятся взрослыми, да, они направляют свою накопленную, сохраненную злость, обиду на детей. И таким образом сами повторяют то, что с ними было в свое время. И это как бы такой, знаете, такой замкнутый круг. Вот. Его и... можливо розірвати, адже да, сьогодні законодавча вариантов... ініціатива пропонується і досить активно обговорюється в українському суспільстві. Навіть і позачергове засідання збиралися скликати у Верховній Раді. І петиція набрала необхідну кількість голосів. Як ви в цілому оцінюєте цей документ, що стосується створення реєстру педофілів? Я благодарен... Ну і, зокрема, ми будемо обговорювати кожні норми цього закону. Я благодарен Анні Малер, да, за те, що вона виступила з такою ініціативою. Я благодарен Мустафі Наїму, депутату, який 2 роки назад як соавтором законопроекту 6607, законопроект, который они предложили для усиления санкций, наказаний в отношении лиц, которые совершают сексуальное насилие. Uh-huh. В этот законопроект входит в том числе и составление реестра педофилов, да, там, химическая кастрация, да, то есть ряд других наказаний, там, которые бы как бы законодатели думают, да, что ужесточение закона каким-то образом остановят. И это, знаете, такая сладкая пилюля для родителей, для законодателей, да, и правоохранителей, потому что думают, что вот если закон ужесточили, все. Я вам приводил пример, да, там происходит убийство, да, и знает, что за убийство там будет пожизненное лишение свободы. Водители садятся за руль пьяные, понимая, что они совершат ДТП и убьют людей, да. Все равно происходит ДТП, да. И законы, которые сегодня действуют в отношении этих людей, да, оно как бы строгое, но
эффекта не так уж много. И мы не должны полагаться только на законы. Я только за то, чтобы этот закон приняли. Я понимаю, что это один из механизмов. Одно из возможностей, как бы побороть это негативное явление, да, как-то притормозить их. Но мы должны сами выступать стражами закона, вот этого закона, стражами прав ребенка, конвенция о правах ребенка. И когда мы идем по улице, видим, что мама или папа, любящие родители, наказывают своего ребенка, бьют своего ребенка, когда мы видим, что дети попадают в больницу, да, там, переломами, это отношение взрослых, это близкое окружение, бабушка, дедушка, дядя, тетя, там, и папа, мама совершают такие вот действия, да, мы понимаем, что если ребенок страдает от рук отношения близкого человека, то чужие люди, да, то есть они себя чувствуют более чем вольготно. Тобто чужих дітей не буває, але яким чином можна втручатися у цей процес? От батьки, наприклад, скажуть, це моя дитина. Да, вот знаете, у меня тоже малыш, он бывает там себя плохо ведет, там не слушается, да, там я тоже там бывает там могу там крикнуть там меня воспитывали так, что вот если родители там наказывают, ну я старшее поколение, да, там, то они меня любят. Я знаю, что меня родители любят, да, там, я понимаю, что это какой-то некая, знаете, наследственная форма воспитания. Вот мне вот передали, да, вот мне, вот если ты там хлопнешь ребенка там по попе, да, там, это как бы считается нормально, это как бы порядки вещей, да. И мне приходится менять себя, менять свою ментальность, вот ломать себя, ломать вот методику воспитания ребенка, понимая, что надо попытаться по-другому, попытаться ребенку объяснить, рассказать, разложить, чтобы ребенок понимал, да, там не через механизм, а там боль, слова, а слова без боли. Угу. Вот, и таким образом мы сможем какой-то период времени, да, вот там через там, это не быстрый процесс, это минимум 15, 20, там 30 лет, мы должны воспитывать детей, своих в первую очередь, да, там, к тому, чтобы они соблюдали правила общества. Угу. К сожалению, вот мы обсуждали... Пане Едуарде, а якщо порівняти, власне, статистику українську стосовно злочинів проти неповнолітніх і, наприклад, європейську? Я вам скажу такой пример, да, вот многие знают, кто выезжает за рубеж, там, в страны Евросоюза, там, Германии, Италии, там, Франции, там даже если соседи слышат звук ребенка, ребенок плачет, не вызывает полицию. Так. Да, и полицейский приезжает моментально, там, начинает выяснять у ребенка, там, детский психолог, там, окружает ребенка, там, что там, как, чего. Были случаи, когда даже ребенок с детской больницы не хотел домой возвращаться, говорит, я хочу остаться в больнице, потому что там, ну, друзья, там, они там подружились. Моментально врачи вызвали специалистов, которые приехали, там, терроризировали маму бедную, несчастную, любящую маму, да, что вот вы там, как, ребенок домой не хочет, то есть... Там тоже есть некие элементы перегиба, по большому счету. Там, там дети, по большому счету, стали главнее, да, в семье, нежели взрослые. Да? То есть там тоже некие перегибы. А у нас наоборот. У нас взрослые стали, ну и были, по большому счету, да, самыми главными. Да, рупорами там, в вопросах там, воспитания, там, кто прав, кто виноват. То есть у нас как бы надо как бы найти такую золотую середину, да, чтобы мы могли более приблизиться к европейским стандартам в области прав ребенка. В то же время, чтобы наше общество... Але не перейшло цю відповідну межу. Да, ну то есть нельзя переходить черту, потому что когда ребенок чувствует, что доминирует над взрослыми, да, тогда перестает уважать взрослого, тогда понимает, что можно манипулировать законами, да, правоохранительной системой, полиции, там системой, там, которая ювенальная система, которая защищает права ребенка, и тогда ребенок злоупотребляет своїм положенням. Тобто ми говоримо про певну там профілактику для того, щоб в майбутньому не допускати таких злочинів, щоб діти, які гвалтують зараз, не ставали в майбутньому педофілами. А от, власне, якщо ми вже отримали цього злочинця, гвалтівника, і, наприклад, там йому дали певний термін, наскільки я розумію, згідно законопроекту, він може, йому можуть скасувати цей термін ув'язнення, якщо він погодиться добровільно на хімічну кастрацію. Да, є така форма, ще в 70-х годах в Великобританії і в Германії були примінені перші шаги, потім узаконили, там є закони, є во Франції, є в Германії, є навіть в Польщі, от 10 років назад ввели норму закону, яка дозволяє там проводити хімічну кастрацію. Вот в Эстонии там закон не работает, потому что там уже 4 только человека за последние 12 лет дали добровольное согласие. Есть законы и страны, которые позволяют принудительно
используют химические процедуры для того, чтобы сделать потенциального преступника импотентом, да, чтобы он не мог насиловать и тому подобное. Вот, ну, скажу так, что... У нас мова идет про добровольный принцип. Да, но добровольно это, ну, это будет то же самое, что в рядах стран. Четыре особи, как вы сказали, в одной из краин. Да, Эстония, да. Там, ну, это не работает. То есть этот механизм правовой не работает, потому что были случаи, когда человека осуждали за педофилию, он выходил с тюрьмы, там, совершал новое преступление. Хотя есть статистика, то же самое в Великобритании, 80% рецидивов, повторов, да, после химической кастрации сократилось до 3%. Это огромная разница, да. То же самое в Германии произошло, там сократилось там десятки раз, когда начали химическую проводить кастрацию, да, и потенциальная угроза, ну, как бы не мог, не имел физиологической возможности совершать там новые преступления. Поэтому если уже мы говорим о том, что ради детей, спасения детей, надо принять закон 6607, это я обращаюсь к депутатам Верховной Рады, вот надо менять содержание закона или сделать жестким, чтобы было понятно, что однозначно государство дает право на химическую кастрацию. Точно, 100%. Да? Или же не оставлять, знаете, там 50 на 50, которые, ну, по сути дела, закон есть, он как бы устрашает, усугубляет, на самом деле будет... Але ця норма може і не спрацювати. Абсолютно правильно. А от, власне, щодо створення єдиного реєстру педофілів? Более того, в некоторых странах, и в том числе там и в США, в отдельных штатах, там позволяется законодательно даже устанавливать на номерных знаках слово «педофил». Даже делают надписи, где он ночью появляется, фосфорные надписи, что он педофил. То есть и в дверях висит педофил, чтобы соседи, которые находятся рядом, потому что педофил, в первую очередь, угроза для тех, кто живет рядом, в этом доме, в этом районе. И все знают, что он педофил. То есть уже к нему относятся, и же детям говорят, вот педофил, не надо с ним общаться, не надо к нему во двор заходить и так далее. То есть родители знают, информированы, да, они как бы вооружены, и они более эффективно защищают права своих детей. Тобто такий механізм діяє? Только такой механизм может работать у нас. Только, то есть такое изменение надо внести в 6607, чтобы можно было наколки делать во лбу, да, что он педофил, чтобы он ночью выходил, то он светился сюда, туда, там, или там, не знаю, на руках, там, чтобы было видно, или машина, там, или там, не знаю, там, в паспорте писать, что он там педофил, чтобы открыл паспорт, смотришь, педофил, да, и ты понимаешь, что это потенциально угроза любому ребенку, да, и тем более твоему ребенку. А вот эти полумеры, да, они, ну, знаете, лучше что-то, чем вообще ничего, да, я понимаю. И снова же таки, доступ до реестра, для кого он будет открытый, да, вот одни предлагают делать открытые реестры, да, другие предлагают сделать закрытые или полузакрытые, да, то есть, ну, да, могут зайти там правоохранители или там работники системы образования, там, ну, детские садики, там, школы, там, так далее, да. Я считаю, что надо делать открытые, вот, полумеры не надо делать. Понимаете, вот в этом законопроекте, да, полумеры. Химическая кастрация, хочешь не хочешь, дорогой, давай тебе мы там, да? Или там полузакрытые реестры, да, тоже неправильно. Но есть еще одно опасение, не дай бог, вот сейчас идет выборы, да, не дай бог какой-то из кандидатов попадет в список, что он педофил. То есть вы посчитаете, что его карьере уже все, да, то есть я как один из примеров, то есть надо ужесточить контроль над этими реестрами, хоть он полузакрытый будет там, или закрытый, или открытый, неважно. Главное, чтобы туда не попадали люди, да, которые не совершали такого преступления, да, ну, там, по разным причинам. У нас за деньги можно все, что угодно сделать. И внести в списки, там, и убрать со списков. Поэтому... А потом відмитися, відбілитися буде практично неможливо. Бесполезно. Вы можете что угодно говорить, там, доказывать, там, ну, тем более, если ты политик или общественный деятель, известный человек, да, или журналист, то все, ты уже как бы карьера поставлен крест. Да? Но в любом случае надо, делать обязательную кастрацию. Вот есть приговор суда, вступил в силу в апелляционной или там кассационной инстанции, доказан, даже сам признал свою вину, допустим, да, все, кастрация обязательная, химическая кастрация, да, потому что физиологическая это отрезать. Ну, трошки разные вещи. Да, другие, да. Вот, и открытые списки, это однозначно открытые списки, чтобы любой человек мог туда зайти. Вот у меня, допустим, да, вот в моей площадке переезжает какая-то семья, новая семья, там, или купили квартиру, или там арендуют, да, там. Вот я хочу узнать, там, кто они такие, да, я зашел и посмотрел, а нету, слава богу, есть, сразу я об этом сообщаю, там, другим соседям, да, там, или в детской площадке об этом говорю, что вот потенциально там угроза. Пане Едуарде, а от, ну, ви у нас відомий правозахисник, на вашу думку, наскільки хімічна кастрація є гуманним явищем? В Індонезії
да, закон позволяет убивать педофила. Навіть так. Даже так. Другие законы других стран позволяют убивать, отнимать жизнь, так? А с другой стороны, в некоторых странах там десятки лет лишения свободы, так? Химическая кастрация. А у нас сегодня какая ответственность криминальная? Понимаете, педофилом становится по разным причинам, да? Не то, что там в детстве там насиловали, там, да? Человек это делает осознанно. Ну, можно говорить про то, что это хвороба, 100%. Это выбор его, послушайте меня. Если человек не может контролировать свою физиологию, да, свои желания и совершает насилие в отношении ребенка, это выбор. Он сделал такой выбор. Позволил себе насилие в отношении ребенка. Тогда позволяй другим органам власти, судебной системе, правоохранительным, обществу, наказать тебя по ихнему усмотрению. По закону, я имею в виду. Если написано химическая кастрация принудительная, да, ты должен это понимать. Если ты принял решение, позволил себе ребенка обидеть, насиловать, то будь любезен, соглашайся на то, что с тобой будет такое же насилие, только через химическую кастрацию. Другого не может быть. Угу. Тобто мова йде про відкриті реєстри, про хімічну кастрацію, да. А що стосується кримінальної відповідальності, яка сьогодні передбачена міра покарання? Ну, в зависимости от тяжести преступления, угу. Там и возраст ребенка, там повтор там этих действий, там, ну, то есть это не разовый, там, а многоразовый. Вот, это может быть от... Тобто про посилення кримінальної відповідальності, як така мова не йде. Было предложение там до 20 лет повысить срок лишения свободы, да, та, за педофилию, так? Вот, вопрос... Але ж не факт, що він відсидиться 20 років, вийде на волю або достроково може вийти. Там да? І діло, що і статистика у нас не ведеться в Україні, да? В європейських країнах ведеться. І там вони вже убедились в тому, що повтори, независимо, скільки років чого дали, 5 лет, 10 лет, 15 сидів. Якщо він тут больной на голову, да, он хоч його держи там 20 лет, він вийде, все одно зробить те, що він хоче робити. Срок лишення свободи не меняет ментальность этого потенциального угрозы для детей. Uh-huh. Он не поменяется. Ну, я в тюрьмах работаю, я общаюсь. Я даже с этими педофилами, там, ну, я прихожу на колонию, да, там 90% адекватных, там 5-6% неадекватных, которые сидят там за педофилию. Кстати, педофилы в тюрьме становятся, ну, скажем так, мужчинами легкого поведения. Да, их используют по сексуальному назначению. Да. Это, ну, это может быть там кара, там, наказание, там, потому что, ну, нельзя так делать, там, понимают, да, то есть, и педофил об этом тоже понимает, знает. Они понимают, что попадешь в тюрьму, да, тебя будет самого там, использовать там, как сексуальный объект, да, как минимум. Но это не останавливает. То есть они делают это, возможно, вот все-таки больше эффекта было бы от химической кастрации, да, нежели другие меры, которые могло бы быть там. Потому что химическая кастрация, это означает, что человек там, ну, 99%, кстати, бывает и после химической кастрации, он тоже может себе позволить, там, организм восстанавливается, да, там, ну, это редкий случай, очень редкий случай. Но в любом случае, это больше гарантии того, что эта потенциальная угроза не найдет себе новую жертву ребенка. Стосовно цих потенційних загроз, якщо, наприклад, педофіл відсидів термін ув'язнення, вийшов на волю, або погодився на хімічну кастрацію, він вилучається із цього реєстру педофілів? Повинен вилучатися? Во-первых, у нас такого реєстру нету. Ну, якщо ми розглядаємо в перспективі. Да, я розумію. Ну, тут уже до законодателя должны вносить изменения, да, опять-таки, угу. Еще там мнение журналистов, общественных деятелей, там, родителей, да, там, то есть, как бы, але знову ж ми говоримо про те, що не факт, що він відсидів і знову не скоїв цей злочин. Согласен. Якщо ми говоримо, що є новий закон, да, от чоловік сидів, да, або ж йому дали право вибору, або ти сидиш там 15 років, або сидиш там 5 років, ну, виходиш там по хімічна кастрація, там і 10 років, і будеш під наблюдінням. Його не тільки просто випускають, а після хімічної кастрації, він ще під наблюдінням знаходиться. А наскільки я розумію, хімічна кастрація, вона ж має на определенний період, термін. Да, є определенний період, да, і за цей період часу його наблюдають за ними и врачи, наблюдают за ними и правоохранители, чтобы, ну, как бы повторять там, там, если он, допустим, вышел там 5 лет отсидел, там 10 оставил, да, ему уже в течение 10 лет будут продолжать там химическую кастрацию. Но опять-таки нету такой химии, которая бы до конца жизни, да, и 100% всех педофилов, да, лишила возможности там сексуального насилия. Такого нету. Ну, по крайней мере, еще не придумали. Вот. Но в любом случае химическая кастрация, ну, более гуманные, скажем так, наказания. Более гуманные. Вот. И больше гарантии. И даже гарантия не является, что он там сидит в тюрьме. Да, потому что мы изолируем какое-то время, да, там на какой-то период времени. Да, он не угроза.
Но когда он выходит, у него свобода действия. Он может ехать в любую страну, любой город, любой районный центр, да, и там он угроза. Он может на какой-то период жить нормально, там год, два, три, пять. Потом его переклинит, да, и он будет начинать там совершать там неадекватные, неправильные действия в отношении детей. Злочини. Да. Ну і власне суспільство не має бути, не повинно залишатися байдужим, кожен із нас реагувати, що власне відбувається із дитиною, яка поруч. Чужих дітей не буває, всі вони наші. І тому потрібно берегти. Согласен. Своїх чужих дітей, але Согласен. Своїх. Едуард Багіро, відомий український правозахисник, був гостем нашого ефіру. Вам дякую за розмову. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. І далі не перемикайтесь.